Кстати, никогда не пробовал отрубить языком вишенской бабе. Обычно так ее как водную бабу гасил и все. Где-то я тебя видел. Как там в я сказке тебе было, морду не это бил? у рыцаря были белые волосы, или он на белом коне ездил? Можно как вариант сделать поиск сокровищ на 17 уровень сет кота. Вот тут 7 чертежей. Как раз пока будем докачиваться, уже будет готовый сет. Хотя баблишка, конечно, мало. Прошу! Прошу! Что у тебя там? О! Скорее всего, это недостающие отвары. Вес инвентаря не превышает 60. Классная штука. Ну это, наверное, специализируется на каком-то особенном монстре, там, не знаю, чтобы какого-то монстра убить, да? Не подходит это для того, чтобы по подземельям лазить, там вес явно больше будет. Будь здоров. Прошу, прошу, кого я вижу? Сам Белый Волк посетил мои скромные чертоги. Чем могу служить? У меня есть немного денег, я хотел бы обменять их на кроны. Вы попали по правильному адресу. У нас самый выгодный курс в городе. О, почти косарь. А денежка какая-нибудь не найдется? Не шляйся тут! Мечи высший сорт! Прикол в чем? Он говорит мечи высший сорт, да? А продает доспехи. Покажи мне свои товары. И почему-то в гвинт не играет. О. Будь здоров. Жалкое зрелище.
собачий потрох. Иди сюда. Сам не знаю. Только мутантов нам тут не хватало. Мое почтение. Что-нибудь натать? Покажи мне свои товары. То ли он... То ли тот мужик больше давал. Ну-ка, ща посмотрим. Прощай. Эй, стоит! Оруженосец не нужен? Навигра. Мечи его. Покажи мне. Будь здоров. Не крутись тут. Вы меня искали? Мечи? А ты бы смог выковать доспех мастера? Я хоть из подмастерья-то давно вышел, но за такие доспехи не возьмусь. Это тебе Верген надо. Есть там один краснолюдский мастер, Фергусом зовут. У нас в гильдии говорят, что на юге до самого Понтера лучше него доспешных мастеров не сыщешь. Будь здоров. Вечный огонь нас хранит. Чудовище монстров, он просто сходит.
Однажды мать нашла у бога своего. Бога не раньше узнать, если ей в руках. Здесь что-то есть. Где-то есть хваткеры. Отлично. Thank you.
Так, ну тут что-то типа голем был какого-то, у какого-то мага здесь, и он... Понятно, короче. Thank you.
Любопытно. Thank you.
зла есть только боль. Это еще не конец. Тебя, кажется, кровь. Сколько мне еще ждать? Нет добра, нет зла, есть только боль. У тебя, кажется, кровь. Еще не конец. Что, драться расхотелось? Тебя, кажется, кровь. Нет зла, есть только боль. Иди сюда.
Это еще не конец. Есть только боль. Еще не конец. Что, драться расхотелось? Только боль. Это еще не конец. Добра, нет, иди, боя, иди сюда. Только бой. Это еще не конец. Нет добра, нет зла, есть только боль. О! Четыре чертежа, отлично. Ну, тут про то, как над ним опыты ставили.
точно прибарахлились. Ну-ка, что там за клинок-то? Такой надо таскать, как раз. Мечи выше. Покажи мне свои товары. Будь здоров. Попади под стол.
Так, объявления какие-то. Все. Хватит болтать! К бою! Что, драться расхотелось? Yeah.
Погоди, Платон. Шевелись, Платва. Что, неплохая работа, мой блюд. Ты что такой снулый? Спасибо за все. А у тебя седой тоже вид будто. Нажирался. Видно, что ты человек. Книг много надо будет продать, в Новиграде там есть лавка. Раз в неделю лупить. Или больше надо. Скажу, все скажу. Где покража спрятана? Глаза у тебя как у кота. Чем могу слуп... Я хочу посп...
Бывай. У вас в руках такое ремесло, что ты пиздишь. Что такое коррекционные звездюли? Я хоть... Бывай. Настя, недалеко от подъезда. Он невинный был, как цветок лилии. Видно, что ты человек бывалый. Но кровавый барон, так кровавый скажи мне, барон голову от гнева потерял. Велел ему кожу со спины надо содрать. Вестима, то же самое моя сестра говорила.